Восьмой фестиваль искусств Юрия Башмета в Сочи – первый постолимпийский, но по масштабам он не уступает предшествующим. На сочинских площадках можно будет увидеть более 1000 исполнителей мирового уровня из 30 стран – скрипачей, пианистов, солистов оперы и балета. Это уникальный фестиваль. Уникален он тем, что это фестиваль искусств. Здесь мы можем демонстрировать и показывать и все жанры, все стили. Главное – это достижение в творческом процессе. Кстати, теперь маэстро со своим фестивалем в Сочи приезжает дважды в год. Теперь на курорте с успехом проходит и осенний форум искусств. Именно фестиваль Башмета, отметил на пресс-конференции глава города Анатолий Пахомов, проложил в Сочи дорогу высокой культуре. Дал старт другим крупным фестивалям, которые теперь тоже регулярно проходят на курорте. И мы очень рады, что тогдашний старт к тому, чтобы у нас прошли такие музыкальные фестивали, как фестиваль Дениса Мацуева «Крещендо», фестиваль «Акваджаз» Игоря Бутмана. В общем-то, стартовал благодаря первопроходцу Юрию Абрамовичу. Один из тех людей. Фестиваль Башмета объединяет, пожалуй, практически все виды искусства. Так, перед концертом в честь открытия музыкального форума его зрители смогли стать участниками сразу двух выставок, которые открылись в холле Зимнего театра. Первая – об истории музыки, театра, балета, хроника искусств в фотографиях. Вторая – «Эхо эко». Это видеорассуждение на тему экологии. В этом году мы получили 700 заявок от художников от всего мира, и которые хотели участвовать в проекте. Я в качестве куратора выбрал 15 работ. Я очень доволен, что публика в Сочи уже любит проект, и каждый год люди приходят и больше и говорят об искусстве. Это очень-очень важно. Открытие фестиваля искусств, как всегда, прошло при полном аншлаге. На гала-концерте прозвучала музыка эпохи венского классицизма, романтизма. Зрители услышали сочинения Гайдна, Моцарта, Чайковского и Глюка. Вообще же за 10 дней фестиваля в Сочи пройдет 10 мероприятий в Зимнем театре и еще 7 концертов в органном зале. Плюс серии мастер-классов по вокалу, балету и игре на музыкальных инструментах. Фестиваль искусств завершится в Сочи 22 февраля. Ольга Десятова, Игорь Кырпа, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ.